Рекорд. Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиками 5 лет с результатом 3202 повторения. Объявляю официально зафиксированным. Помимо этого, было зафиксировано еще 5 мировых рекордов. Наибольшее количество отжиманий от пола за 1 час, за 2 часа. Наименьшее время отжиманий 1000 повторений, 2000 и 3000 повторений. Все эти рекорды объявляю официально зафиксированным. Сегодня Рахим еще раз подтвердил, что он один из лучших в мире. Такого второго на сегодняшний день нету. Мы горды, потому что Ахмад Хаджи всегда говорил, мы будем показывать себя на спортивных аренах по линии образования, науки, промышленности. Рахим самый маленький чеченец. Доказательство этому. Он уже с сегодняшнего дня является почетным гражданином Чеченской Республики. И завтра Рахим пойдет в наш гранд-парк и все игрушки себе закупит. Это гордость не только Чеченской Республики, гордость России. Поздравляем, да, эту боль. И говорим родителям большое спасибо, то, что они воспитали такого сына. На брусьях, да. Тут 350 брусьях. А, да. Мир очень завод. Весь стиль, да, горизонтально, да, 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 вот с весом его отжимаешь. Смотри, как же хитро, да, дальше. Да, 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 хитро, а ты даже, да, 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 Здесь живут около нас. Шедик чехдет. Да, один доллар, что ли, хума, тун, да, один доллар, а что это? А нам, эймани, да, сэр, юэли, машина. Дерес, вот, дерес. Тан, хун, ходин, я нахала, юакан, буха. Знаешь, кто тебе подарок подарил, вот белый, на котором ты сегодня катался? Ахмад Рамжан. Не раз побьет рекорды. Отец выявил, что он может. И дальше начал тренировать его. И результат очевиден. Больше всего это зависит от семьи. Мы поэтому укрепляем институт семьи. И я думаю, что вот сегодня вот этот наш герой будет способствовать стимулировать маленьких детишек заниматься больше спортом. Мы же создаем условия для того, чтобы все занимались спортом и физкультурой. И у нас больше половины населения и мал, и стар занимается спортом. Это большая победа для здорового образа жизни всего населения республики. Ахмад клуб не претендует взять его на воспитание? Удаляйся, не отпускай. Итак, все мы ахматовцы. Все мы будем делать для того, чтобы все дети нашей республики развивались, продолжали жить достойно. Присвоено почетное звание почетный гражданин Чеченской Республики Куриеву Рахиму Зелимхановичу.